Вот такая туча. Ну, вблизи. Вот издалека. Прям складка. Как волна. Что интересно, снизу, вот с этой волны, прям как свисает, не знаю, как вот в водопаде. Видать, вот, показываю. Как бахрома. Такое ощущение, вот оно, вот оно вниз. Вот. Ну, как я сказал, бахромой. Вот такая вот. Ну, это где-то в районе Кунцево, наверное, или Строгино, или Крылатское. В общем, там. А у нас просто видно. Как этот. О, глаз, так глаз. Вот здесь вот, вот оно. Сейчас, приближу. В общем, короче говоря, аккуратнее. Так, а что у нас наверху? Ну и наверху все это стягивается в одну точку. Я думаю, что типа, может, урагана будет. Так что вот оно сворачивается, по-моему, вот. Вот оно скручивается, все это дело. Собирается в узел. Ну, наверное, там все-таки Крылатская или Аша. В общем, Строгино где-то. Так, сейчас я пока это опубликую и будем смотреть дальше. Ну, не знаю. Вот такую фиговину я вижу впервые. Вот. Причем, что интересно, вот со всех сторон, вот если отсюда посмотреть и оттуда, ну, здесь вот не так сильно. Вот это все собирается. Там у нас дом правительства, Подмосковье впереди. Вот прям похоже, что там где-то. О! Сейчас подальше отойду. Не, ну подальше отхожу не буду. Ну, видать, оно туда, это самое. Так, все, выключаю.